Відіскоп. Доброго ранку всім, хто долучився одразу до відіскоп.нет. Ми починаємо сьогоднішній ранок із спортивно-мистецьких розмов. Напроти мене Сергій Долбілов. Опинився він тут абсолютно не випадково, оскільки останнім часом довкола боксерська спільнота трошки шумить, гуде, і причиною тому стали ваші чергові творчі пошуки, які мають вилитися у фільм. Чи правильно я все так оформив? Добрий день. Правильно оформил, мог оформить как угодно, как удобно. Но по сути, да, по сути, можно сказать, что появился еще один очередной фильм, связанный с боксом. Але я так розумію, цього разу формат фільму трошки відмінний від цього, що було попереднього. Тут немає, скажімо так, головного героя, немає людини, немає особистості, довкола якої все будується. Да, да. То есть это не портретный жанр. Это не история о каком-то боксере или каком-то противостоянии и так далее, и так далее. Это, ну, я бы не сказал формат другой, потому как это что то документальные фильмы, угу. Что это документальный фильм. Но содержание, история тут, конечно, несколько другая. И одного главного героя, конечно же, нет. Есть много главных героев в этом фильме. Их много, и все головные. Да, в какой-то мере, да. Ну, можно сказать, что ключевой фигурой все-таки в фильме проходит Александр Усик, но назвать его главным героем фильма все равно нельзя. Давайте не будем, наверное, держать особую интригу о том, что и как в фильме. Я в нескольких словах расскажу, о чем эта история. Это история о боксе как зрелище, которое именно не, о боксе как зрелище, которое происходит в Украине, в нашей стране. Потому как давно достаточно у меня возникла эта идея, что хотелось бы рассказать. В какой-то мере где-то могу сказать, что ну, было обидно, что ли. Да? Я много видел, как показывают и как снимают бокс. И по телевизору мы транслировали из самых разных уголков планеты бокс еще на телеканале Мегаспорт. Это было невероятное количество. Уже потом на телеканале Интер. Я много ездил, я был в Германии, я был в Соединенных Штатах, я был в самых хороших, на самых хороших аренах, залах, и я видел, как это происходит. Я могу сказать абсолютно точно, что на сегодняшний день мы и наша бригада телевизионная, которая показывает бокс в Киеве, в Украине, не только в Киеве, в Украине, мы работаем... Ну, мы одни из лучших в мире. И это правда. Об этом как-то не особо говорят. Как, ну, бокс и бокс. Ну, показали. Ну, Усик молодец. Или кто-то там. Узелков молодец. И это правильно. Конечно же, главный герой тот, кто в ринге. Но то, как это показывается, я считаю, что это очень важно. И созрела идея рассказать и показать зрителю о том, что это за механизм, как это происходит вообще, как все это делается, разобрать, что ли, на составляющие весь этот процесс, всю эту машину, а это огромная машина, где нет мелочей. И, собственно говоря, когда эта идея пришла, за последние полгода, в моменты отдельных, организации отдельных вечеров, помимо стандартной работы, которую делали, мы еще брали отдельную камеру, брали отдельного оператора и потихоньку снимали о том, как это все делается. Набирали материал. Да. И мне кажется, что получилось неплохо. А коли люди зможуть оцінити, коли вони зможуть побачити, і де головне ось те, що ви зробили? Ну, на данном этапе реализация этого проекта, это была абсолютно моя инициатива, инициатива нашей творческой группы. И мы это делали самостоятельно, скажем так, без привязки к какому-либо каналу. Поэтому в ближайшее время этот фильм появится в интернете. Его можно будет смотреть в интернете. Будет формальная как бы, премьера, которая будет и на боксерских сайтах, и на канале YouTube, а как бы официальная премьера состоится 6 числа в боксерском клубе Fight House. Они как раз празднуют годовщину своего существования. А так судьба распорядилась, что ровно год назад, 1 марта, когда они открывались, они тоже открылись премьерой нашего фильма о Васе Ломаченко. Как-то воспоминания о том мероприятии в боксерской тусовке довольно приятные. Лишилось и мы решили, да, почему не повторить и почему не сделать так. Так что, если кто увидит нас, я приглашаю 6 числа в
п'ятницю Fight House на прем'єру фільму. Ну і, власне, як це заведено, там завершиться один творчий процес, починається інший, які найближчі плани, що хочете тепер робити? Хочу продовжувати. На самом деле... Це таки ситуація в країні із грошима не відбила це бажання. Ну, жить же надо. Ну, конечно, можно сидеть, рвать на себе волосы. И возможностей стало меньше, безусловно. Но творческий процесс — это же не только деньги. Создание фильма — это не только деньги. В конце концов, есть люди, есть техника, которая она уже есть. И, ну, она все под рукой. И реализовать проект, если ты по-настоящему хочешь его реализовать, можно за очень небольшие деньги. Конечно, хотелось бы реализовывать большие проекты за большие деньги. Безусловно, этого бы очень хотелось. И важно международного варианта. 100%. Но пока этого не получается, можно... Не надо останавливаться. Если есть желание, если есть мысли, мы будем это реализовывать. Тем более, что... Ну, вот как-то, скажем так, у меня был кризисный период некий в работе с братьями Кличко в смысле творчества. Я так много сделал фильмов, так много прожил параллельно с ними, что в какой-то момент я устал. Ну, я не хотел повторяться. Не только я, вот, скажем, автор, бессменный автор текстов, который работает со мной, Олег Ситник, он тоже, он такой поддающийся депрессиям человек, и он тоже было. Но этот период, я могу сказать, прошел. Мне интересно работать по-прежнему с братьями, ну, сейчас уже больше с Володей Кличко, потому что Виталий ушел немножко в другую сферу, которую я стараюсь не очень мне интересна политика, мягко скажем. Я думаю, что у Володи еще предстоит много интересного, причем, ну вот, возможно, даже пикового, при том, что очень много всего было. Поэтому я по-прежнему отслеживаю, и у нас целая плеяда классных боксеров. Просто классных, интересных не только как боксеры, интересно как личности. Поэтому есть о чем, есть желание. И о ком, да, есть желание. Якщо говорити більше про Володю, то ось зовсім незабаром бій, так, вже закрутилися процеси підготовки, вже всім всі відомо, де, коли, що і як, з ким головне. Де зараз це обговорюється найбільше, так? Як буде висвітлюватися ця подія на каналі Інтер? Ну, я не думаю, що буде якась принципіально другая історія, чим ми це робили раніше. Я дуже сподіваюся, що все залишиться, во-первых, на каналі Інтер так же, як і було. І стільки років вже братья Кличко йдуть на каналі Інтер. І ми будемо показувати бой Володимира із Нью-Йорка. Будет, очень надеюсь, программа «Большой бокс», документальный фильм под этот бой, по всей видимости, делать не будем. Да, это, мы скорее сконцентрируемся именно на программе «Большой бокс» и различные сюжеты, совершенно разные тематические, которые мы будем вот обсуждать, связанные с этим боем. Очень интересно то, что... что Володя возвращается в Америку. И бой в Нью-Йорке, в Madison Square Garden, но я считаю, что это важно для Володи, очень, для его карьеры, и для американского зрителя тоже важно. Если Володя проведет этот бой так, как он провел бой с Пулевым последний, то... Ну, в цьому контексті у мене виникає питання, яке більше стосується українського глядача. Так, бої в Америці і всі змагання в Америці, які б вони красиві не були, але це сув по часових поясах. І, власне, ну, знову ж таки, був досвід так спроби показати баскетбол в прямому ефірі американський. Так? Ну, люди в цей час дуже важкі на підйом. Чекаєте ви от ці втрати за рахунок пізнього часу? Глядацькую война вот здесь утратила. Нет, ну, наверное, по количеству аудитории, по количеству вот людей, которые будут смотреть, конечно же, в прямом эфире будут смотреть меньше. Но, во-первых, есть уже история боев Виталия с Льюисом, когда тоже это было, по-моему, еще более раннее время было, чем будет сейчас из Нью-Йорка. И все равно аудитория была сумасшедшая. Мы же знаем, что как бы есть... Абсолютное количество, то, что измеряется рейтингом, а есть такое понятие, как доля, да, только здесь я понимаю, что доля будет, ну,
этой долей можно будет хвастаться потом очень долго, какая доля была на этом бое Кличко. На самом деле есть разные варианты. Надо подойти грамотно к программированию этого боя. Есть прямой эфир, его можно показать потом в повторе с правильным промо. В хорошее время. И его тоже посмотрят. Тоже, то есть те, кто не допосмотрел в внутреннем эфире в ночью, посмотрят обязательно его в повторе. Тут очень много зависит от Володи, от того, какой будет, и от его соперника, от того, какой получится бой. То есть если бой получится, опять же, я повторюсь, так как был бой с Пулевым, то рейтинг повтора будет тоже очень хороший. То есть тут я как бы не боюсь, но это просто грамотно подойти к промо, чтобы народ знал, что, где и когда, и к программированию, к сетке. Потому как, ну не в обиду будет сказано баскетболу, вот я думаю на самом деле, что если бы у сборной Украины играла в финале чемпионата мира, то показ в прямом эфире, он бы собрал очень хорошую цифру. Но если бы это было в финале, и если бы это или правильно подошли. Пору добы. Да, то есть же вещи, которые, события, трансляции, так, которые люди ждут. Вот мы перед эфиром обсуждали некий сериал, который идет сейчас на... Где-то идет. Да, на телеканале «Интер» с сумасшедшими цифрами. И вот если сделать так, что последнюю серию этого сериала при правильном промо показать ночью, то цифры этого сериала тоже будут сумасшедшие. То есть есть вещи, то, что зритель ждет. И бои Кличко он всегда ждет. Угу. Поэтому я надеюсь, что тут не надо этого опасаться. Ну і про суперника. Хотілося все-таки про спортивну складову більше поговорити. Так, ну, власне, ми звикли, що за останні роки яскравих постатей у суперважкому дивізіоні не так то й багато. Ну, власне, їх було дві, так, про що говорилося, але між собою вони не могли зустрітися по сімейних причинах. Угу. От, і тут, якщо розкласти всіх суперників, да, як то 50 відтінків сірого, якби, то ну, навіть на цьому тлі суперник такий сіренький все-таки, більш такий туди. От. Діло в тому, що коли... Вот ты сам настолько яркий спортсмен, каким сейчас, на сегодняшний день, на данный момент является Владимир Кличко, то все будут серые. Оттенки, вот то, что очень хорошее, хорошее сравнение, оттенки этих серых могут быть любые, но они все. То есть, ну, опять-таки найдутся люди, которые будут упрекать, что это не тот боец, который нужен сейчас Володе. Ну, давайте просто прагматично посмотрим на ситуацию. Володя показывается сейчас на самом, самом крутом канале, который транслирует бокс, канале HBO. Американский канал. Он едет в Америку. Он будет боксировать в Madison Square Garden. Соперником его должен быть человек, который заинтересует американскую публику, американских зрителей. И тут уже даже не столько Володя, сколько подключилось руководство HBO и думали крепко, там, а кого бы, кто бы был интересен, на кого бы зрители пришли, купили билеты, включат телевизор. И они могли бы, конечно, взять Шеннона Брикса. Но Шеннон Брикс, он хорош здесь, и нам он более забавен, чем Брайан Дженнингс. А американцы так думают, что все-таки у Брайана Дженнингса шансов против Володи больше, чем у Шеннона Брикса. А брать любого другого европейского боксера, ну, или российского, американцам это не так интересно. Поэтому с точки зрения прагматики и подхода американского телевидения, менеджмента, все абсолютно правильно. Угу. А для нас, ну какая разница, это будет Брайан Дженнингс или там, условно говоря, Тайсон Фьюри. Угу. О нем же тоже нельзя говорить, что это суперзвезда или там Дерек Чесора. Ну, многих можно перечислять. Для нас это будет, ну, что это, что это, что это. Он может стать другим только в том случае, если кто-то победит сейчас Владимира. В противном случае, шансы, в любом случае. Вот шансы Дженнингса. Я буду банален, шансы есть всегда. Суто теоретично. 100%, конечно. С точки зрения вот того, какой сейчас Владимир, он машина вот потрясающая просто. Ну, такой себе... Шварценеггер в лучшее время для голливудского кино. Понимаете, он делает все, его невозможно победить. Вот если вот разобрать все по составляющим, вот что человек может, как умеет, какие у него достоинства, какие недостатки, Володи победить нельзя. Но в ринге два живых человека. Может быть, все что угодно. Прожектор может случайно не так развернуться. Просто все что угодно. Поэтому, конечно же, шансы есть. Другое дело, что ну, вот, объективно Володя сильнее.
Володя Селип. Именно поэтому сейчас и все говорят о его следующем бою, что он будет там отстаивать свои пояса. Никто не говорит о том, что он их проиграет. Так, фактично, якби, це уже як само собою. Да. І хотів би, з огляду на те, що сьогодні четвертак, а завтра, відповідно, п'ятниця, в Києві будуть відбуватися поєдинки сусідньої серії боксу, так? Mm-hmm. Чого ви чекаєте від кубинських Домодорес? Що нині являє кубинський бокс на ось цьому рівні? Ну, к сожалению, вот судя по тому, как оно идет, я так довольно скептически отношусь к шансам украинских атаманов именно в завтрашнем поединке. Бог его знает, тоже сложно сказать, потому как эмоциональное состояние после 0-5 от России может быть какое угодно. Оно может быть сыграть как негативную роль, что, ну, так и наоборот. Вот. В обратную сторону они могут завестись, может что-то получиться. Опять-таки мы знаем, я не хочу говорить, что там засудили в России нас. Я не считаю так. Но я знаю точно, что субъективизм в любительском боксе и в ВСБ он не меньше, чем в любительском боксе. То есть нюансы от того, как судья нажимает на вот эту вот кнопочку. Рахуя удары. Да, очень большие. От этого очень много зависит. Ну, я думаю, что объективно кубинцы сильнее. Объективно кубинцы нынешней украинской команды атаманов. Очень бы хотелось, чтобы у них все получалось, чтобы не так много и у нас сейчас побед. И хотелось бы, ну, власне, им там важливо втриматися в трійці, да, за великим рахунком. Да. Ну, точно не хотелось бы так, как вот 0-5 от России. Угу. Но я надеюсь, что завтра этого не будет. Я буду надеяться на победу. А чи от кубинці, вони цікаві як суперники? Вони завжди цікаві. Вони завжди незалежно від складу. Абсолютно. Тобто, ну, у них мощна школа любительського боксу. ВСБ – це все-таки в більшій степені любительський бокс, ніж професіональний. Похідна від да, там якісь вот нюанси, додали якісь приправи від професіонального боксу. А так, по суті, це любительський бокс. Ну, зняли шлеми. Ну, вот, ай-яй-яй. Сняли шлеми. Ну, перчатки все равно м'які. Все равно процент нокаутів, досрочних побед там не такой большой, как все. Тривалість там, поєдин, да, возможно, за счет... Бывают даже более интересные бои за счет интенсивности вот этих 5 раундов. То есть для того, чтобы победить, надо максимально вложиться. И можно с первого же раунда, что мы редко видим в профессиональном боксе, с первого же раунда, сломя голову, ты летишь и начинаешь там справа, слева, хук, апперкот там и так далее, и так далее. Меньше тактики, больше боксу, так? Боксу, эмоций, да. Вот холодного расчета значительно меньше. Рассчитано на длинную дистанцию. Ну що ж, лишилось побажати вам творчих досягнень, натхнення, всього іншого, ну і побільше красивого боксу всім нам. Нагадаю, з нами був Сергій Долбілов, головний редактор, головний режисер спортивної редакції телеканалу «Інтер», який готує черговий боксерський фільм до всенародного огляду буквально ось на наступному тижні. Дякую, приходьте. «Вітіскоп» – спортивне відео.